Мур, привет, друг, это Зверько. Наверное, тебя, как и меня, волнует, что это за реворки старых героев. Сильно ли они будут влиять на привычных уже нам персов? Давай посмотрим на урон с комбинацией Эйдоры на тестовом сервере и на основном. Правда, у Эйдоры на основе бонус плюс 8 к маг-атаке, но это не критично. Начнем с тестовой версии, и ведь основная Эйдора есть практически у каждого. Да, раньше ее надо было покупать, а как сейчас, я даже не знаю. Чтобы эмблемы не влияли на урон, беру эмблемы на танка. Тестироваться будет только комбинация 2-1-3. Итак, тестовый сервер. 4 уровень. 1950 урона. На 15 уровне. ...3030 урона. Теперь закупка. Часы судьбы ждать долго, поэтому обойдемся без них. Сапоги заклинателя, жезл молний, мимолетное время, священный кристалл, кровавые крылья, божественный меч. ...7291 дамаг. А с магическим зельем 7527. Соседние персы, грубо говоря, получают 3932 урона. А теперь посмотрим на основе, где плюс 8 маг-атаки благодаря скину. 4 уровень, 1705 урона. 15 уровень, 2662 урона. А теперь сборочка, точно такая же. 7541 дамаги. И вот тут Эйдора основы обгоняет тестовую. С магическим зельем 7823 урона, а соседи получают 4410. Да, на основе урона несколько больше в поздней игре, с хорошим фармом. Зато тестовая Эйдора забирает 35 от маг защиты, а на основе только минус 30. Вдобавок, есть очень большой баф для тестовой. Второй навык под проводником навешивает массовый стан на 3 цели. Пожертвовать толикой урона в поздней игре ради группового стана – это стоит того. Давай проследим за дальнейшими изменениями. У меня такое чувство, что скоро реворки вступят в силу. А ты пока подпишись на канал, нажми на колокольчик и поставь свою замечательную лапку. Удачи, друг! Что победить, что любовь, то уже не